Вітаю в ефірі Першого міського. Програма «Консиліум», і сьогодні ми будемо говорити про сімейну медицину. Хто такий сімейний лікар? Які його функції? Яким чином він співпрацює з вузькими спеціалістами? А також скільки часу дається на одного пацієнта сімейному лікарю? Про це будемо говорити, але після того, як подивимося новини одеської медицини. Гострому коронарному синдрому та наслідкам несвоєчасного звернення за допомогою фахівців розповів лікар-кардіолог Одеського обласного кардіологічного диспансеру Олександр Слободян. Острий коронарний синдром – це комплекс симптомів, які розвиваються в ранні часи розвитку у пацієнта інфаркту міокарда. Це дуже важливий момент, коли ще можливо даже предотвратить развитие тяжелого инфаркта миокарда, если лечение начать как можно раньше. Лікування умовно можна поділити на три етапи. Перший – якомога швидше викликати швидку допомогу і вже надавати допомогу самостійно. Пацієнта нужно уложить, обеспечить полный физический и психический покой, дать ему самое элементарное – это таблетку валидола, если есть под рукой нитроглицерин, это будет еще более эффективно. Я думаю, что во многих семьях найдется препарат ацетилсалициловая кислота, он же аспирин. Дать пациенту таблетку аспирина, при этом лучше ее разжевать. Доза аспирина от 300 мг. На другому етапі вже працівники швидкої допомоги застосовуватимуть медичні заходи. Самим основним методом обследования для диагностики инфаркта является электрокардиограмма. Если диагноз подтверждается, то задача врачей, во-первых, обеспечить жизнедеятельность основных функций организма, облегчить, можно так сказать, страдания пациента, это устранить болевой синдром. Ввести препараты для растворения тромба в сосудах, из-за тромбов и происходит инфаркт миокарда, и срочно госпитализировать в стационар. Пацієнт після стабілізації стану буде відвезений до відділу інвазійної кардіології Одеської обласної лікарні. Тут, якщо немає протипоказань, буде проведено стентування, причому у межах державної програми безкоштовно для хворого. Однак фахівці наголошують на тому, що треба якомога швидше розпочати надання допомоги при перших ознаках гострого коронарного синдрому, а це біль в області серця. Взагалі, з моменту розвитку симптомів до моменту надходження пацієнта у лікарню має пройти не більше 90 хвилин. Триває державна програма «Доступні ліки», у межах якої пацієнти з судинно-серцевими хворобами, цукровим діабетом другого типу та бронхіальною астмою можуть придбати ліки або безкоштовно, або з незначною доплатою. Будь-який людина може звернутися для виписки рецептурних бланків по програмі «Доступні ліки» по таким направленням, як сердечно-сосудистые заболевания, бронхіальна астма і сахарний діабет. І у любого доктора сімейної амбулаторії, в частності нашого 4-го центру, він може отримати ці рецептурні бланки. Спеціальні рецепти з позначкою «Доступні ліки» пацієнтам виписують сімейні лікарі. Стати учасником програми може будь-який хворий, незалежно від його віку та соціального статусу. Цією програмою можуть використовуватися всі, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма и сахарный диабет. Это независимо, пенсионер, не пенсионер, возраст, более там помоложе возраст, инвалидность есть, нет, это не включается. То есть вся категория больных. Нагадаємо, що у рецепті сімейний лікар указує не назву препарату, а діючу речовину. А ось препарат людина обирає в аптеці. Деякі ліки для пацієнта будуть взагалі безкоштовні, а за деякі треба буде доплатити від 1 гривні і вище. Сьогодні, предположим, на прийомі я виписала 26 рецептурних бланків. Це достатньо хороша допомога населенню. Програма, значить, почала працювати з 1 апреля 2017 року. За этот период уже выписано 12,5 тысяч рецептов.
Какая категория больных, да, как и по основному, это, конечно, сердечно-сосудистая патология. Щоб отримати препарат, пацієнт за рецептом має звернутися до аптеки, де зазначено, що вона є учасницею програми «Доступні ліки». Про це повідомляє ось така позначка. Як зазначають спеціалісти, незважаючи на те, що програма працює з квітня поточного року і виписано достатньо велика кількість рецептів, грошей вистачить, аби і надалі залучати пацієнтів до державної програми. Головне – звернутися до сімейного лікаря. Минулого тижня велика родина Одеси збільшилася на 172 малюка. При цьому народилося 100 хлопців і 72 дівчинки. Найбільша кількість діточок, 51, побачили світ цього разу у 5-му пологовому будинку. Що ж, ми будемо зараз говорити про сімейну медицину, а нам допомагати у студії будуть наші експерти, якими стали Тетяна Віталіївна Лисенко, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, закінчила Одеський національний медичний університет у 2001 році, через 2 роки – інтернатуру. У 2010-му проходила стажування у Польщі. З 2013 року обіймає посаду головного лікаря. Стаж роботи – 17 років. Також у нас в студії ще є один експерт – це Отар Хвичайович Чихварія, начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Закінчив Одеський національний медичний університет та Одеський регіональний інститут Національної академії державного управління при президентові України. Стаж роботи в медицині 7 років, в управлінні 5 років. Я рада вітати вас, шановні наші експерти. Добрий вечір. І перше таке питання буде до вас, Отар Хвичайович. Сімейна медицина, чому виникло таке поняття? Добрый вечер. Значит, реформирование системы оказания первичной медико-санитарной помощи осуществлялось в городе Одессе еще с 2012 года. На начальном этапе реализовывались мероприятия по переподготовке врачей по специальности врач общей практики, семейный врач, подготовке правоустанавливающих и разрешительных документов. Для чего это делалось? Для того, чтобы разделить все лечебно-профилактические учреждения, которые оказывают амбулаторную помощь взрослому населению на центры первичной медико-санитарной помощи, в которых работают непосредственно семейные врачи, и городские специалисты, в которых работают только узкие специалисты. Значит, в городе Одессе было создано 11 центров первичной медико-санитарной помощи. Они состоят из амбулаторий общей практики семейной медицины. И основное требование к размещению данных амбулаторий – это была пешеходная доступность пациента. То есть, чтобы пациенту было легко и близко дойти до лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь. Для этого у нас до сих пор в отдаленных районах города открываются новые амбулатории, и пациенты имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь недалеко от дома, не теряя драгоценное, скажем так, время. В дальнейшем центры были, закуплено было оборудование по табелю оснащения, который утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины. И получается, давайте поговорим дальше, что, кто такой семейный врач. Але це питання ми как раз задавали нашим сімейним лікарям, але да. Ще до вас звернуся. Скажіть, будь ласка, тобто в центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють сімейні лікарі, а де працюють терапевти, куди вони поділися? Ну, на сегодняшний день практически все терапевты города Одессы прошли переподготовку на специальность семейная медицина, общая практика. В центрах первичной медико-санитарной помощи работают не только семейные врачи, а еще и семейные медсестры. Семейные медсестры – это патронажные медсестры, которые 3 часа своего рабочего времени сидят на приеме с доктором и принимают пациентов. И 4 часа они посещают пациентов на дому. Они имеют навыки забора анализов, таких как анализ биохимии, анализы крови на дому, производят, снимают электрокардиограмму на дому, посещают активно пациентов, лежачих, онкобольных. В общем, у них, у медсестричек наших, достаточно большой спектр работы, и о них тоже не надо забывать, поэтому 60-70% штата –
центрах первичной медико-санитарной помощи, это как раз семейные медсестры. Насколько сегодня вистачає Одесі семейных лікарів? Чи є брак? Не, если говорить об укомплектованности, то укомплектовано наши центры свыше 90%. Однако из-за того, что многие пациенты, инвалиды первых групп требуют посещения семейных врачей на дому, ну не только инвалиды, это в общем вызова на дом, и когда пациенты видят, что врач оказывает квалифицированную медицинскую помощь, и он может прийти на дом, увеличивается вызываемость. И, однако, пока что достаточно, скажем так, но при необходимости мы будем увеличивать штаты центров первичной медико-санитарной помощи. Тобто ми зрозуміли, що сімейні лікарі, вони працюють у центрах первинної медико-санітарної допомоги, а ось хто такий сімейний лікар, які його функції і яке обладнання він має для того, щоб провести дослідження пацієнта, який до нього прийшов, пропоную зараз подивитися інтерв'ю наших лікарів, а потім вже повернемося до студії. Сімейний врач – це на сьогоднішній день, як можно его назвать советчиком в семье, потому что наблюдает за пациентом с самого рождения. Да, то есть в идеале это вот пожизненно, от рождения и до смерти. Семейный врач знает семью досконально. Он знает, как живет семья. Он знает, что делают, кем работают члены семьи. Он знает, чем болеют. Он знает, чем болели родственники. Семейный врач, прежде всего, это первое звено в решении проблемы здоровья пациента. Для меня это такой многопрофильный, высокоспециализированный доктор, который занимается не только одной проблемой, но и оказывает медицинскую помощь первичную людям и в сфере кардиологии, в сфере неврологии, да, отоларингологии. Его основные функции – это профилактика заболеваний, возникновения заболеваний и лечение уже имеющейся патологии. Также это реабилитационные мероприятия и контроль за выполнением назначений. Наши семейные врачи оснащены достаточно большим спектром, ну, относительно большим, но учитывая, что это все необходимо при работе, это навыками и, в первую очередь, оборудованием. У каждого врача, конечно же, есть тонометр, фонендоскоп, чтобы можно было послушать больного. Есть градусники электронные, которые позволяют померить температуру. Сделать электрокардиограмму, пользоваться небулайзером для пациента, для того, чтобы провести ингаляции. Также глюкометр для того, чтобы посмотреть уровень сахара крови. Есть тест полоски для определения белковых фракций мочи. Мы имеем возможность такую даже на дом ехать, снять кардиограмму, взять у пациента анализы крови, все, что необходимое. У нас есть неврологические молоточки для того, чтобы определить рефлексы. Также проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление. В кабинете можно провести обследование дерматоскопом и отоскопом. Владеют врачи все полностью методикой оказания неотложной помощи. Для этого мы оснащены также все необходимым по неотложной помощи. Поэтому на данный момент это такой широкий специалист широкого профиля. А зараз разом з експертами підіб'ємо підсумок тому, що ми почули від лікарів. Отже, сімейний лікар – це? В первую очередь, это высококвалифицированный специалист. Это человек, который любит свое дело, знает хорошо патологию, знает хорошо не только терапию, а и смежные узкие проблемы узких патологий, хорошо разбирается в вопросах неврологии, в вопросах гинекологии, урологии, офтальмологии, вот как доктора рассказывали, постоянно повышает свой профессиональный уровень, постоянно интересуется, постоянно смотрит за новинками фармацевтического рынка, постоянно усовершенствует свои правовые знания. Очень хорошо ладит со своей участковой медсестрой семейной, организовывает правильно работу на участке, организовывает правильно работу семейной медсестры в течение дня, в течение смены, правильно ведет медицинскую документацию, очень порядочный, с хорошим настроением приходит на работу, может вселить уверенность
в завтрашнем дне и в состоянии, хорошем состоянии, исходе лечения заболевания своего пациента. В общем, это со всех сторон позитивный человек однозначно. Для багатьох сімейний лікар це якось як терапевт. Чи є різниця між терапевтом і сімейним лікарем? Ну, если подытожить, семейный врач – это компетентный специалист, можно сказать так, терапевт с знаниями узких еще дополнительно специалистов. То есть это координатор пациента между узкими специалистами. Прежде всего, знакомство пациента должно происходить с семейным врачом. И далее, при возможности, семейный врач, конечно, сам вылечит пациента до итога здорового, скажем так. Либо, если ему нужна будет помощь узких специалистов, он может направить к абсолютно любому узкому специалисту. Также он может написать направление на госпитализацию в наши стационарные учреждения в плановом порядке. То есть он координирует работу всех врачей. И пациент изначально должен приходить, знакомиться с ним, начинать свое лечение от него и заканчивать, скажем так, тоже. Тобто це координатор сім'ї щодо стану здоров'я. Щодо стану здоров'я, ну, не только координатор, он и как врач тоже. Он непосредственно сам тоже может излечить, но, к сожалению, не все патологии семейный врач может сам своїми силами ізлічить. Терапевт лікує пацієнтів з 18 років. Да. З якого віку починає доглядати за пацієнтами сімейний лікар? Ну, якщо ми говоримо за границею, то сімейні врачи, вони з рождения можуть починати до самої старості. У нас сімейні врачи в дане время працюють тільки в взрослих лечебно-профілактичних учреждениях і оказують допомогу тільки взрослому населенню з 18 лет. Тетяна Вітальна, як ваші лікарі надають допомогу? Что касается деток, то по обращаемости. Если семейный врач, конечно, пришел на дом и смотрит, что там и мама больна, и бабушка, и ребенок, конечно, он посмотрит всех и даст рекомендации всем. Наши доктора семейные имеют неплохую подготовку по педиатрии, поэтому если несложные патологии, такие как ОРЗ, бронхит, а это чаще всего, чем болеют дети, то, конечно же, наши доктора не отказывают, несмотря на сегодняшнюю нормативно-правовую базу, по обращаемости мы смотрим деток, лечим, долечиваем, в общем. Чи працюете с новонародженными? Новорожденных нам пока что не передали, новорожденные на сегодняшний день за детской поликлиникой. Угу. Яку диагностику может провести семейный лекарь? Ну, у нас по сравнению с терапевтом табель оснащения семейного лекаря очень увеличился, и мы ежегодно пытаемся закупить все больше оборудования в наши центры первичной медико-санитарной помощи. Если я сейчас буду перечислять все, что может семейный врач... Ну, да еще уже показали нам сами лекари. Да, да. Ну, я могу привести даже пример, что мы купили в семейный центр первичной медико-санитарной помощи, допустим, электрокардиографы телеметрические, ЮКАРДы, где семейный врач может на дому снять кардиограмму у пациента, и если он увидит какую-то патологию в данной кардиограмме, он может с помощью интернета переслать эту данную кардиограмму на телеметрическую станцию в нашу третью городскую больницу, где кардиологи уже выставят окончательный диагноз, и если пациенту необходима будет госпитализация, то есть по городской целевой программе здоровья, я хочу сейчас добавить, что пациенты, у которых заподозрена ишемическая болезнь сердца, попадают на плановую госпитализацию в данную больницу, и им делают бесплатно коронарографию, и далее, если необходимо, им бесплатно ставят один стенд. Пациенты с острым коронарным синдромом, которые ургентно попадают в данную больницу, им также проводится бесплатно коронарография и стентирование. Але ж повернемося до обладнання. Чи вистачає, наприклад, у вашому центрі обладнання для всіх лікарів? Поки є можливість попросити. Да, конечно же, у каждого доктора есть свой фонендоскоп, есть свой тонометр. В достаточном количестве во всех центрах закуплено одноразовых шпателей. Вот. Что касается отоофтальмоскопа портативного, в моем центре, в пятом центре, у нас на сегодняшний день на одного врача два отоофтальмоскопа, и мы так надеемся, что в этом году мы уже дооснастим всех, то есть у каждого будет свой. Поэтому с ним можно будет как на приеме работать, так и взять с собой и смотреть на дому пациента. Кроме того,
Что касается аппаратуры, вот Тарх Витяевич сказал, что кардиографы у нас есть. Это действительно очень хорошее подспорье семейному врачу, потому что в любое время суток можно отправить эту кардиограмму на телеметрическую станцию, в третью городскую больницу кардиологическую и в любое время суток получить консультацию по поводу установки диагноза и дальнейшего лечения этого пациента. Это очень удобно, и действительно мы эту помощь очень ценим. Вот. У нас есть дерматоскопы. На сегодняшний день на каждую амбулаторию один дерматоскоп для выявления новообразований дифференциальной диагностики. Часто новообразований кожи. Достаточно часто. Вы знаете, что Одесская область лидирует из-за того, что у нас такой высокий уровень инсоляции. Мы находимся на юге Украины, мы лидируем по уровню онкозаболеваний кожи. Поэтому каждый семейный врач, когда пациент первично пришел на прием, либо минимум раз в год раздевает пациента и осматривает всю кожу. Если есть необходимость, значит, берется дерматоскоп, и образование, которое вызывает подозрение, смотрится на дерматоскоп, и если есть показания, то отправляем пациента дальше, либо удалять и дальнейшее лечение принимать. Отже, зараз з нашими експертами ми з'ясували, що сімейний лікар – це людина, яка є порадником у вашій родині щодо здоров'я. Він дивиться як дітей, так і дорослих. Він може проводити профілактику, може лікувати, і для цього в нього є обладнання необхідне. А ось у наступному нашому блоці ми поговоримо… Я ще добавлю пару так, слов. Я хотіла, пользуясь случаем, обратиться к одесситам. Очень хорошо, конечно, что у нас есть такой хороший штат семейных врачей, так хорошо подготовленных и семейных медсестер в том числе. Очень хорошо, что у нас есть такое медицинское оборудование, которое нам помогает устанавливать эти все диагнозы пациентам. Но, дорогие одесситы, хочу вас предупредить, насторожить, попросить. Ответственность за ваше здоровье лежит только на вас самих. Для того, чтобы доктор определил эту патологию с помощью всего того, что мы на сегодняшний день имеем, вы должны элементарно обратиться к своему семейному врачу. Вы можете подойти в свою поликлинику по месту жительства. Я думаю, что все одесситы знают, к какой поликлинике они относятся. Кто не знает, может узнать у соседа, у бабушки под подъездом. Это вообще не проблема. И хотя бы раз в год, элементарно, это, мне кажется, правило приличия прийти к семейному врачу, пройти элементарно общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать флюорографию, проконсультироваться у семейного врача. И, в общем-то, следите, пожалуйста, сами за своим здоровьем. И это элементарные правила профилактики, и их никуда не денешь. И, в общем-то, неплохо бы, чтобы все этими правилами пользовались, соблюдали их. Зараз мы уходим на рекламу, а потом уже повернемся. Сьогодні у програмі «Консиліум» ми говоримо про сімейну медицину разом з нашими експертами в студії. В першому блоці ми вже з'ясували, що сімейний лікар – це людина-порадник в сім'ї, в родині щодо здоров'я, як дорослих, так і дітей. А зараз буде таке питання. Багато чуємо і в нашій програмі вже не раз говорили про те, що є перший рівень надання допомоги, другий рівень надання медичної допомоги, третій рівень надання медичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, що це за рівні і які спеціалісти до якого рівня відносяться? Ну, якщо говорити об уровнях оказання медицинской помощи, їх существует 4. Первый уровень – это семейная медицина, второй уровень – это узкие специалисты и стационарные учреждения. Какие у поликлиники? Поликлиники, да. Ну и наши городские, я сейчас дальше скажу. Третий уровень – это областные больницы и клиники, у нас в Одессе, допустим, клиники медуниверситета. И четвертый уровень – это научно-исследовательские институты. В наших лечебно-профилактических учреждениях коммунальной собственности территориальной громады города Одессы существует учреждение только двух уровней – первичный и вторичный. То есть первичный уровень – это центры первичной медико-санитарной помощи, и вторичный уровень – это городские поликлиники наши и наши стационарные учреждения, то есть больницы. Сімейний лікар відноситься до першого рівня надання медичної допомоги. Все верно. А вузькі спеціалісти? Второй. Це другий рівень. Да.
з'ясували. А зараз ми пропонуємо вам послухати, що розповіли нам лікарі щодо того, чи може сьогодні пацієнт самостійно звернутися до вузького спеціаліста без направлення сімейного лікаря. На данный момент пациент имеет полное право обратиться к узкому специалисту, да? Потому что реформирование вторичного звена, вторичного уровня узких специалистов пока до начала 2018 года пока не введено. Поэтому на данном этапе, да, человек может обратиться к узкому специалисту самостоятельно, но мы все-таки стараемся подготовить уже людей, сориентировать, что к узким специалистам люди должны идти с направлением от семейного врача уже на данном этапе. Да, пациент может обратиться самостоятельно к узкому специалисту, но это не совсем правильно, так как пациент не всегда знает, какой именно узкий специалист ему нужен. И, как правило, он все равно возвращается к семейному врачу. Знаете, в идеале, конечно, что пациент приходит и изначально приходит к семейному врачу. Это идеально. И семейный врач смотрит, делает исследования и потом решает о необходимости направления пациента к узкому специалисту или на стационарное лечение. Но, как вы знаете, у нас это немножечко еще сейчас не работает. Наши с вами пациенты знают, куда им нужно обратиться, и зачастую сразу идут напрямую к узкому специалисту. В связи с тем, что пациенты чаще обращаются сами к каким-то узким специалистам, поэтому получается, что лечится какое-то одно заболевание. Но семейный врач располагает всеми возможностями предупредить заболевания, которые могут развиться в связи с какими-то незначительными симптомами, на которые пациент даже не обращает внимания. Що ж, зараз підсумуємо і спитаємо думку наших експертів у студії. Яка ваша думка, Отар Хвичайович, чи може сьогодні пацієнт самостійно піти до вузького спеціаліста без направлення сімейного лікаря? Ну, ви розумієте, медицина, здравоохранення – це наука не точна. Якщо пацієнт вже прийде до вузького спеціаліста, то він, звісно, його прийме і окаже всю можливу йому медицинську допомогу. Але це буде неправильно. Чому? Тому що симптоматика багатьох захворювань дуже схожа на друг друга і не завжди, я бы даже сказал, не часто пациент может сам определить, какой именно орган и требует его, какой его орган требует лечения. И когда он приходит к узкому специалисту, к не своему, которому ему необходим, то прежде всего теряется время и врача, которого мог принять пациента другого и помочь ему, и теряется время и самого пациента. То есть идеальная формула, скажем так, чтобы пациент изначально шел к семейным врачам. И далее, если необходима помощь узких специалистов, семейный врач обязательно его к нему направит. Яка ваша думка, як людини, яка працює у сімейній медицині? Действительно, наші больні мають право і мають можливість посетити вузького спеціаліста тоді, коли їм захочеться. Така ситуація існує, має місце на сьогоднішній день. Це скоро зміниться. Почему? Потому что, в первую очередь, потому что пациент не всегда понимает, что с ним происходит. И действительно, сходные симптомы могут быть у нескольких абсолютно непохожих заболеваний. Например, боль за грудиной. Практически каждый человек хватается, думает, что боль за грудиной, естественно, кардиолог. Сердце и кардиолог. Вы не представляете, какое невероятное количество пациентов, больных, каждый день высиживает очереди огромные к кардиологам, чтобы зайти и послушать, что у него межреберная невралгия, и дальше его перенаправили к невропатологу. Это неправильно, а правильно вернули все-таки к семейному врачу. Во-первых, человек потерял время. Во-вторых, сидел там, неизвестно зачем трясся, боялся, потому что они все, как правило, думают, что вот уже все. Инфаркт. Инфаркт, естественно, все думают, что инфаркт. Никто, какая межреберная невралгия, все приходят умирать. Вот. И вы не представляете, с каким счастьем они выходят от кардиолога, узнавая, что это не сердце, но абсолютно необоснованно высиживать очереди кардиологу и занимать чье-то время. В то же время может за ним или через одного больного сидеть в очереди пациент, которому действительно нужна эта кардиологическая помощь, которому, возможно, плохо, он сидит, молчит, и он тоже не знает, что он мог бы пойти к семейному врачу и получить эту же медицинскую помощь намного быстрее, потому что она и территориально, и по времени, и технически более доступна.
доступна. Это вот один пример. Хочу привести второй пример. Когда наши больные начинают самостоятельно обходить круг узких специалистов. Сегодня пошел к урологу, завтра пошел к невропатологу, послезавтра пошел к кардиологу. Очень часто бывает, что наши доктора не смотрят назначения друг друга. И в конечном итоге получается, но доктор же смотрит пациента, а не болезнь. И поэтому эти доктора начинают, узкие специалисты, начинают лечить одни и те же заболевания, назначают препараты одни и те же. Они могут быть с патентованными названиями, то есть под разными названиями звучать. Очень часто они начинают или принимать одно и то же, или проявляются побочные действия. Дуже великий или, такий перелік ліків. Естественно. Или великий перелік, они начинают сами выбирать, это мне надо, это не надо, потом выбрасывают то, что надо, а то, что не надо, пьют два раза, потому что назначил один и другой доктор. И таких примеров очень много. Поэтому, дорогие наши одесситы, пожалуйста, еще раз к вам обращаюсь. Все-таки вы должны знать своего семейного врача. Во-первых, вам это очень скоро понадобится, потому что мы переходим на страховую медицину. Вот. А во-вторых, просто семейный врач доступней, он будет внимательней, он будет смотреть другие ваши проблемы, расспросит про другие патологии, про ваши, возможно, старые какие-то проблемы со здоровьем, назначит более широкий круг обследований. В общем-то, и второй такой момент, что когда семейный врач направляет к узкому специалисту пациента, то тогда уже узкий, во-первых, семейный врач ставит перед узким специалистом конкретную задачу, что интересует. Попередний диагноз дает. Естественно, диагноз треба под вопросом. Чи підтвердити, чи навпаки. Да. Кроме того, дальше пишется цель консультации, то есть для установления диагноза, либо для определения дальнейшей тактики лечения, либо для решения вопроса о стационарном лечении, либо еще какие-то могут быть задачи, и уже узкому специалисту легко сориентироваться. Уже есть определенный перечень обследований. Узкому специалисту не надо тратить время на прохождение обследований, потому что по протоколу их уже сделал семейный врач. Ведь при одних и тех же патологиях по протоколу идут одни и те же исследования. То есть узкому специалисту не придется тратить свое драгоценное время. Вот. И в общем-то, конечно, к семейному доктору идти более правильно, более грамотно, и мы все равно к этому придем. А коли сімейний лікар буде вже направляти до вузьких спеціалістів? В яких випадках? Когда сімейному доктору что-то непонятно. Когда есть определенные... У нас на сегодняшний день нормативно-правовая база, к сожалению, она несовершенна. Еще не прописаны протоколы, в каком случае ведем мы, в каком случае мы обязаны отправить на второй и третий уровень. Поэтому семейный врач ориентируется сам по состоянию больного, по опыту, по желанию пациента, по тяжести состояния, по наличию сопутствующих патологий. Очень много всяких факторов. Если их сопоставить, то можно сделать вывод, как дальше поступать. И, в общем, все индивидуально. А чи буває, що несвоєчасно сімейний лікар направляє до вузького спеціаліста і пацієнт витрачає дарма час на те, що приймає ліки, а щось треба було робити інше? Ви знаєте, мені такі случаї неізвісні. Що ви скажете? Я хочу сказать, что наши семейные врачи, конечно, еще достаточно молодые, скажем так, и тут включается, конечно же, человеческий фактор, что некоторый семейный врач, конечно, может взять многое на себя и не вовремя направить к узкому специалисту, но это будет компенсироваться с опытом. И я уверен, что в будущем система работы первичной медико-санитарной помощи будет налажена, и такого не будет происходить. Ми таке ж питання задали і іншим сімейним лікарям, які відповідали, скільки часу вони будуть самостійно лікувати пацієнта, а у яких випадках вони вже будуть направляти до вузьких спеціалістів. І зараз пропоную послухати, що вони нам розповіли. К узкому специалисту семейный врач направит в том случае, если нужна консультация именно узко направленная. Если компетенция семейного врача не соответствует тяжести патологии на тот момент, он направит либо к узкому специалисту, либо в стационар. Мы отправляем к узким специалистам по необходимости. Если мы не имеем, например, там оборудование какого-то специального, может быть, это хирургический больной, может быть, это диагностика специальная нужна, там, это может быть онкозаболевание,
разные случаи бывают. Узкий специалист там направляет семейный врач в определенных случаях, когда он видит сложное заболевание, когда заболевание уже на, скажем, поздних стадиях. Но мы обращаемся, когда у нас есть какие-то вопросы, и коллегиально нам необходимо это решение, как понятие есть консилиума врачебного. Поэтому, естественно, мы направляем, когда есть определенные вопросы в диагностике. Семейный врач самостоятельно ведет пациента до тех пор, пока не возникает вопрос в уточнении диагноза или до обследования пациента. Если возникает такая необходимость, то семейный врач пишет направление к узкому специалисту. После этого с рекомендациями пациент возвращается к семейному врачу. И семейный врач дальше продолжает самостоятельно вести пациента, уже включая рекомендации узкого специалиста. Якось у нашій програмі прозвучала така фраза, що 80% випадків звернень до сімейних лікарів, вони самостійно можуть з цим розібратися. Чи так це? Да, действительно, это так. По разным данным, от 80 до 90% случаев обращения пациентов к семейным врачам начинает и заканчивает пациент лечиться у семейного врача. Это правильно и так должно быть. Остальные 20% поступают на второй уровень, консультируются у узких специалистов поликлиник, либо требуют стационарной помощи. В общем, там уже по ситуации. Ну, лікар должен тоді повинен володіти достатньою кількістю знань. Так? Действительно, конечно. Наши семейные доктора постоянно повышают свою квалификацию. Каждые 5 лет обязательно проходят курсы повышения квалификации, обязательно начитываются лекции. Доктор в нашем медицинском центре снимается с приема и ездит учиться на лекции. Это называется предаттестационный цикл. Кроме того, постоянно, вот, например, на следующей неделе у нас 3 дня будут конференции, и так сейчас каждую неделю, 2-3 дня собирают семейных врачей, идет начитка, конференции. Приглашаются узкие специалисты, приглашаются лекторы с университета, с других университетов, с других городов, приезжают и читают лекции. На самом деле они очень интересные и очень полезные. Кроме того, в нашем лечебном учреждении, например, есть специальная учебная комната, где мы проводим занятия с семейными врачами. Мы приглашаем узких специалистов, есть определенный график, узкие специалисты нам тоже начитывают лекции, информацию. Кроме того, по определенному графику наши семейные врачи сидят на приеме с лорами, невропатологами, кардиологами и тоже повышают свою квалификацию в плане практических навыков. То есть эта работа ведется постоянно, и, в общем-то, нашим амбулаториям уже по 10, по 15, по 20 лет, и наши семейные врачи уже не такие молодые, опытные, и к ним можно спокойно обращаться. И достаточно много пациентов, действительно, у достаточного количества пациентов семейные врачи пользуются большим авторитетом. Тобто ми вже зрозуміли... Зараз. Тобто ми вже зрозуміли, що підвищення кваліфікації сімейні лікарі проходять, а чи департамент перевіряє цю кваліфікацію? Я хотів ще додати по кваліфікації. Во всех случаях, когда семейным врачам закупается узкопрофильное оборудование в плане, допустим, им закупалось дерматоскопы, да, то мы силами наших учреждений и наших специалистов обучали также семейных врачей, то есть онкологи наших поликлиник обучали наших семейных врачей и учили их пользоваться дерматоскопами. Когда кардиографы покупали, то тоже в 3-й городской больнице проходили обучение, как пользоваться этими кардиографами и по кардиологическим патологиям семейным врачам. То есть семейные врачи с каждым годом, скажем так, совершенствуются и совершенствуются. И, конечно же, мы контролируем прохождение и аттестации, и не может семейный врач, который не прошел аттестацию, дальше работать в лечебно-профилактическом учреждении. То есть департамент також це контролює питання? Да. Зараз буде дуже цікавий момент, бо будемо говорити про те, скільки ж часу відводиться на прийом одного пацієнта сімейному лікарю, і чи достатньо цього для того, щоб розібратися з його скаргами. Але подивимося зараз, що нам розповіли самі лікарі, які працюють по такому графіку, і потім вже будемо підсумовувати тут, в студії. Вы знаете, официально по протоколу 12 минут.
так как семейный врач ведет пациента и всю его семью, он знает историю пациента, историю его заболевания, то на приеме врачу необходимо отследить динамику состояния пациента. Для этого достаточно 15 минут. Это очень проблемный вопрос, потому что на данном этапе у нас 12 минут времени, то есть еще по тому госстандарту, который заложен еще с давних времен. Этого времени катастрофически не хватает. Честно, индивидуально. В среднем 15-20 минут – это достаточно для того, чтобы мы определились с диагнозом, куда направить, что сделать. То есть в среднем вот такое время. Но все равно у нас каждому пациенту индивидуальный подход. Жизненные ситуации таковы, что когда первично пришел, обратился пациент, и он просто говорит: у меня слабость, у меня депрессия, у меня недомогание. Такие признаки характерны для многих заболеваний. Чтобы разобраться конкретно, что же его беспокоит, в чем причина, сначала надо собрать анамнез, ознакомиться, если есть возможность, с какой-то медицинской документацией. Дальше идет объективный осмотр. А после объективного осмотра, когда врач уже предварительно диагноз себе уже как-то выявил, надо пациенту, с пациентом обсудить лечение. А в некоторых ситуациях требуется госпитализация. А госпитализация требуется, это надо человеку объяснить, написать направление, описать его состояние здоровья на данный момент, почему мы отправляем на госпитализацию. Пришел больной, мы его проверяем, у него там инфаркт, например. Конечно же, мы к нему уделим внимание до тех пор, пока мы не закончим свою функцию, вызвать скорую помощь, дать первую медицинскую помощь. Никто, поверьте мне, 15 минут и выходите, потому что следующий идет. Так никто никогда не делает. Вот, пока с пациентом не разберутся, пока не выяснят проблему, да, и как помочь человеку, пациент будет находиться у доктора. Врачи задерживаются на работе. Это достаточно частый у нас опыт, поэтому врачи задерживаются на работе, врачи стараются уже подготовленными приходить на прием, если это касается выписки льготных медикаментов. Врачи заранее выписывают в свое свободное от работы время эти рецептурные бланки, чтобы когда пациент приходит, ему было уделено максимальное количество времени. Ну, поэтому пока так. А ось думку наших експертів ми дізнаємося після рекламної паузи. Попередній блок ми закінчили на тому, що дізналися від сімейних лікарів, що на одного пацієнта їм відводиться всього-навсього 12 хвилин. У мене до вас питання. Як за 12 хвилин можна... Ну, все дізнатися про пацієнта, дати йому направлення на дослідження, дати лікування і ще зробити якусь документацію? Никак. Никак нельзя. Это просто нереально. И действительно, семейные доктора возмущаются все. Это просто нереально. И, конечно же, эти нормативы, они устаревшие, их надо пересматривать. Потому что наша компетенция выросла, а вот временной вот коэффициент никак не изменился, и действительно он будет пересматриваться, мы этого очень ждем. Действительно, пациент, особенно если это пациент первичный, с ним надо познакомиться, надо заполнить первичную медицинскую документацию, надо его в первую очередь досконально расспросить, потому что грамотный расспрос – это 80% диагноза уже. Дальше, на основании расспроса надо назначить по протоколу обязательно осмотр, надо пациента посмотреть в кабинете теми вот девайсами, конечно, которые мы получили, которые мы имеем, это все мы должны применить обязательно у пациента. Дальше, за один раз? Естественно, особенно если это первичный пациент, а не пришел на повторный осмотр там, для корректировки дозы лекарств или просто показаться. Поэтому, конечно, это катастрофически недостаточно, об этом все говорят, и вот мы вот-вот-вот-вот ждем изменений этих нормативов, они нам очень нужны. Как справляются лекари с такой ситуацией? Очереди. Стараемся справляться, но вот именно из-за этого могут возникать очереди, потому что нормативного времени недостаточно. Яким чином може допомогти влада, наприклад? Ну, я, к примеру, скажу за сегодняшнее наше нововведение, скажем так, давайте, что благодаря и городскому главе Геннадию Леонидовичу, и Одесскому городскому совету, департаменту здравоохранения, сегодня был представлен пилотный проект
Двух поликлиник, это 6-я детская поликлиника и 14-й центр первичной медико-санитарной помощи. Данный проект был представлен информатизацией электронной. Это поликлиника без очередей, то есть возможность пациентов записаться на прием к врачу несколькими способами. Первый способ – это интернет через гаджеты, второй способ – через колл-центр, третий способ – через регистратуру поликлиники также. А также там четвертый способ был – это терминалы, которые стоят в поликлинике, как для пополнения счета похожие такие, и через них также можно записаться. Так вы заходите в поликлинику и видите большой монитор, где видите красивые фотографии врачей и график приема. Свободное место выделено цветом, занятое место выделено другим цветом. То есть в дальнейшем будет переход на электронные амбулаторные карты, что сэкономит огромное время у семейных врачей при приеме пациентов. Электронные рецепты. И электронные рецепты будут, мы постараемся взаимосвязь с аптеками сделать, чтобы пациент, которому выписали льготный рецепт, сразу знал, в какой аптеке этот препарат есть, и уже в той аптеке этот препарат, можно сказать, отоварен пациенту, пациент просто приходит и его забирает там. Да. То есть не будет такого, что врач выписывает пациенту льготный рецепт, а пациент потом ходит по четырем аптекам, скажем, там, с которыми заключены договора, и ищет этот препарат. То есть мы надеемся, что мы эту информатизацию и единый реестр создадим во всех лечебно-профилактических учреждениях города Одессы, и у нас будет единая электронная база наших пациентов. Але для цього кожен сімейний лікар має бути оснащений або комп'ютером, конечно, або ноутбуком. Да. Уже закупались комп'ютери для центрів первичної медико-санітарної допомоги. Їх достатньо? Ще ні, будуть докупатися. Ждемо. Угу. Будуть докупатися, ну, во время, когда уже этот проект утвердят, скажем так, то угу. в этот момент уже будут докупаться. Я хочу еще добавить, да. что действительно нормативно-правовая база меняется в сторону защиты прав пациентов. Поэтому особенно при первичном осмотре надо взять у пациента согласие на проведение манипуляций, на проведение исследований. Такова, мы живем в определенном правовом поле этого государства, мы не можем этого не сделать, но это все занимает время. Пациент вычитывает этот бланк, дальше задает вопросы, дальше закон о защите информационной собственности, то есть еще один бланк для заполнения, для того, чтобы мы могли, используя данные пациента, выписать ему больничный рецепт. То есть 12 этих минут уйдет только на то, что пациент будет читать и подписывать эти бланки согласия. А если будет такой электронный запись, электронные медичные картки, это как-то поможет семейному лекарю? Конечно, мы тоже этого очень сильно ждем, потому что писанины просто невероятное количество, и все семейные доктора возмущаются и стонут. И действительно, когда мы будем полностью компьютеризированы, то писанины сократится в разы. И, в общем, надеюсь, что мы вздохнем наконец-то и заработаем более активно. Зараз нам розповідали, що є великий монітор, на якому є усі дані лікаря, його графік, і можна буде записатися. Якщо я маю сімейного лікаря, так? А мені хочеться до іншого. Чи можу я сьогодні обирати собі сімейного лікаря і мені не будуть говорити, що ні, ви проживаєте за таку адресу, вам зовсім інший лікар треба? Ну, совсем скоро наступят те времена, когда можно будет свободно писать заявление к семейному врачу, у которого ты хочешь лечиться, обслуживаться и наблюдаться. С 2018 года. Ну, вот этот год каждый Можливо. Раз переносят, это уже должно было быть давно введено, но на сегодняшний день все ждем. Вот, что можно сегодня? Если больному тот доктор, участковый, который его обслуживает, не подходит по каким-то причинам, можно обратиться в администрацию, можно написать заявление главному врачу, либо заведующей амбулаторией, и семейный врач просто в пределах амбулатории будет подобран другой, просто заменим, если этот не подходит. Вот так на сегодня. Але треба обов'язково заяву якусь написати. Да, да, пишеться заявлення, обратитися к адміністрації, це делається буквально пару минут, і це реально. Обов'язково сімейний лікар, до якого я хочу, наприклад, піти на прийом і бути за ним закріплена, має дати свою згоду. По опыту скажу, що не обов'язково.
Але в нього може бути достатньо своїх пацієнтів і багато своїх пацієнтів. Ну, якщо ви обратились к адміністрації і категорично не согласны обслуживаться у этого сімейного врача і хотите у этого, то по вашому індивідуальному заявленню вашу просьбу удовлетворять. Дякую. Так, так. Значит, в законе трактуется так, что пациент имеет свободный выбор врача и лечебно-профилактического учреждения, если данное учреждение может оказать ему необходимую медицинскую помощь. Если брать пример центров первичной медико-санитарной помощи, то у нас даже есть такие случаи, центры, которые граничат с Одесской областью, с Коминтерновским районом, допустим, возьмем. Многие пациенты, которые находятся в Коминтерновском районе, хотят обслуживаться в городе Одессе. Но они рядом живут с этим центром, и то есть они берут... Неудобно тут, да, туда они берут открепительный талон в своем учреждении и пишут заявление, становятся на учет в данном учреждении. Но какой минус? Уже семейный врач на дом ходить не будет, потому что у каждого семейного врача есть своя территория, там, где живут его пациенты. То есть пациент заведомо отказывается от посещения семейного врача на дом, скажем так. Зрозуміли. Ще одне таке питання, воно стосується, зокрема, мене, і є у нас в студії ще такі люди, яким дуже цікаво відповідь на нього отримати. Центри первинної медико-санітарної допомоги, зокрема амбулаторії, вони можуть розташовуватися за однією адресою, наприклад, близько до мого будинку. А коли мені треба піти до вузького спеціаліста, мені треба кудись їхати. В другое лечебне учреждення, ви повинні обратитися. Так. Як вирішити таке питання, щоб не було так, що прийшов до сімейного лікаря, там відстоював чергу, отримав направлення до військового спеціаліста, потім треба їхати туди, там відстоювати, а ще, може, твій офтальмолог або, там, наприклад, невролог вже не приймає у цей час? Як бути таким пацієнтом? Смотрите, ну от ми опять возвращаемся к уже сказаному. Действительно, 80-90% медицинской помощи окажет семейный врач. И вот эта максимальная децентрализация амбулатории, она преследует своей целью приблизить медицинскую услугу максимально близко к пациенту. То есть, как правило, он пришел на прием к семейному врачу у себя под домом или там 5-10 минут ходьбы. Ну, повезло ему, если он живет возле поликлиники, где работают узкие специалисты. Но амбулатории и семейных врачей, в общем-то, мы нацелили на то, чтобы они были максимально близко территориально к пациенту. Поэтому, конечно, 80% медицинской помощи, 80-90% он получит близко у себя под домом, а уже к узкому специалисту придется сходить, но это не часто. Ваша думка, Яка? Ну, действительно, я же как уже до этого говорил, принцип пешеходной доступности пациентов прежде всего к семейному врачу, потому что в идеальной формуле пациент прежде всего идет к семейному врачу и проводит большинство своего времени лечения у семейного врача. Поэтому некоторые амбулатории общей практики находятся на территориях наших поликлиник, и там совсем рядом узкие специалисты. Там тут, просто. Да, понимаете, и тут... Ну и пациенты рядом, и пациенты живут, рядом, которые живут здесь рядом, обслуживаются. Да, это да, тоже да, для них сделано, потому что пешеходная доступность им будет ближе в это лечебное учреждение. А если они от поликлиники живут дальше, то, конечно, у них ближе к их дому будет их семейный врач, их амбулатория. Пациент намного меньше времени проведет у узкого специалиста, чем у семейного врача. Поэтому ну, вот так и создана эта система. И реже, да. Ми ж зрозуміли, що у межах реформування нашої медицини да, були створені сімейна медицина, центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії, вони оснащуються. Що ще планується зробити для того, щоб сімейна медицина була ще вище і вище рівнем? Ну, прежде всего, як я вже розказав, інформатизація, переход на електронний архів. Потом мы, конечно же, дооснащиваем наши центры, чтобы полностью у них было новое оборудование, и пациенты, и врачам удобнее было, и пациенты в кратчайшие сроки могли проходить необходимое им обследование. Также благодаря нашему городскому
совету, по, у нас есть городская целевая программа здоровья, и выделяются средства из городского бюджета на определенные пункты этой программы здоровья. Сейчас вот, если не про семейную медицину, из новых хочу добавить, что в 1-й и в 11-й больнице в первые 3 дня ургентно поступившие больные обеспечиваются абсолютно любыми медикаментами бесплатно за счет городского бюджета. Далее сейчас будут добавляться остальные стационары города, потому что мы попробовали, и действительно эта программа работает, помогает, спасает жизни. То есть я уже говорил про 3-ю больницу, про стентирование и коронарографию. И у этой программы есть очень много пунктов, которые помогает нашему населению, и, скажем так, закупка. Еще мы закупаем услуги компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, когда пациент поступает в наше стационарное учреждение с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, на тромбоэмболию легочной артерии, на политравмы, ну, определенный ряд диагнозов, которые требуют прежде всего для их верификации высокотехнологического исследования, то им абсолютно бесплатно за счет городского бюджета делается компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. То есть наш городской совет идет нам навстречу, видит, что помогает, и мы эту программу расширяем и делаем более доступным и ближе медицину к одесситам прежде всего. А ще хотіла таке сказати. Ми говорили про функції лікаря, сімейного лікаря. Говорили, що він і профілактику займається, і лікує, і там інші в нього функції, але не говорили про те, що він ще виписує пільгові рецепти. Саме сімейний лікар. И только семейный врач. Льготные рецепты выписывает только семейный врач. И поэтому... Какие рецепты, за какими программами? Льготные категории больных обязательно надо стоять на учете у своего семейного врача, знать его и посещать, и проходить диспансерные осмотры вовремя. Какие? Льготным категориям населения. Инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды первой и второй группы, целый перечень, инвалиды детства, целый перечень пациентов, которые обеспечиваются льготными медикаментами. Кроме и того, семейный лекарь выписывает? Семейный врач, да, выписывает рецепт, по которому больные идут в аптеку и получают лекарства. Mm-hmm. Кроме того, у нас функционирует достаточно успешно городская, не городская, программа, державная, да, программа, державная программа «Доступные лики», да, «Доступные лекарства». Это очень, очень хорошая программа, очень хорошее подспорье семейным докторам. Она направлена и покрывает собой 3 группы заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 2-го типа и бронхиальная астма. Пациенты, страдающие одной из этих патологий или несколькими патологиями из перечисленных, при посещении семейного врача получают рецепты на лекарства, которые они могут получить либо бесплатно, либо с небольшой доплатой. Вот. Так. По поводу льготных рецептов, ну, вот как Татьяна Витальевна уже сказала, да, по постановлению Кабинета министров 1303 есть льготная категория граждан, которая обеспечивается либо с 50% оплатой стоимости препарата, либо бесплатно. Также в этой постановлении предусмотрено ряд заболеваний, где пациентов, не обязательно быть им инвалидами, участниками боевых действий и так далее, и им будут выписываться препараты тоже на абсолютно бесплатной основе. Также есть у нас еще постановление Кабинета министров 1301. Это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, то есть памперсы, колоприемники, мочеприемники, голосовые глюкометры, тонометры и так далее. Также семейный врач выписывает рецепты на обеспечение данными техническими средствами реабилитации, и пациент может получить их в определенной аптеке, с которой он заключен договор у учреждения. Зараз підбиваємо підсумок і говоримо про те, що сімейний лікар – це порадник. Порадник у вашій родині щодо здоров'я. Здоров'я як дітей, так і дорослих. І якщо у вас є якісь скарги, не слід йти самостійно до вузького спеціаліста, бо ви можете помилитися, піти, наприклад, до невролога, а треба до кардіолога або навпаки. Тому звертайтеся до сімейного лікаря, і він обов'язково поставить попередні діагноз, якщо треба буде направити вас до вузьких спеціалістів.
На такій оптимістичній ноті ми сьогодні завершимо нашу програму, а у нас ще залишається для вас одна рубрика «Медицина майбутнього». Вчені розробили ручку, яка може розпізнати рак за 10 секунд. Новий інструмент досліджує молекули без взяття ураженої тканини. Прилад виділяє краплю води, до якої переходять молекули органу, що досліджується. А вже потім їх перевіряють за допомогою мас-спектрометру. За словами учених, завдяки використанню ручки можна визначити наявність захворювань з точністю до 97%. Бігові доріжки допомагають людям з хворобами артерій ніг. При наявності патології порушується потік крові в артеріях. Через це виникають біль та дискомфорт під час руху людини. Ліки у такому випадку не завжди є ефективними, тому лікарям доводиться переходити до хірургічного втручання. Дослідники з'ясували, що тренування на тренажерах для бігу та ходьби значно покращують стан пацієнтів і є альтернативою операціям. В Австралії виготовляються унікальні протези очей, кожен з акрилу і підганяється індивідуально. Другий етап – фарби. У підсумку відрізнити здорове око від протезу неможливо. Майстерності виготовлення протезів окуліст навчалася у своїй матері і займається цим вже 22 роки. А ось на навчання їй довелося витратити 4 роки практики. Винайшли новий додаток до смартфону, який допомагає у діагностиці струсу мозку поза межами лікарні. Завдяки використанню камери мобільного пристрою через сканування зіниці ока можна виявити ознаки навіть мінімального струсу. Тому команда дослідників розробила додаток, який використовує камеру смартфону, аби аналізувати рефлекс зінить на дефекти, які не можна побачити неозброєним оком.